Конструкция моста, вся несущая, выполнена в основном из металлической трубы. А часть пролета – это вантовые, а это спицы. Среди конкурсных работ фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» – проект велопешеходного моста с улицы Лазо на остров Татышев. Красноярский архитектор Алексей Микота убежден, что объект может быть недорогим и к тому же украсит прибрежный ландшафт советского района и будет востребован любителями активного отдыха. Сама конструкция является неким художественным образом, линией силуэта. Поэтому мост пользуется интересом у профессионального сообщества. Он у нас прошел по различным международным сайтам. Я думаю, что город в какой-то момент подойдет к реализации этой территории, этого объекта. В межрегиональном конкурсе заявлено более 90 работ. Одни существуют только в воображении архитекторов и на бумаге, другие уже воплощают в жизнь. Среди них объекты зимней универсиады 2019 года. Выставка получилась неожиданно большой. Вот большое количество участников, большое количество работ. Я знаю, что многие не успели подготовить свои работы. Это показывает, что очень высокий потенциал у наших регионов. И этот потенциал нужно использовать. В конкурсной программе участвуют и проекты ландшафтного дизайна, а также интерьера. Посетители выставки смогли ознакомиться с дизайн-проектом, который позволил модернизировать и преобразить красноярские библиотеки. Для нас очень важно, что пройдя этап формирования генерального плана, сейчас можно уже обсуждать некие новые творческие идеи, новые творческие решения, которых всегда среди архитектурной среды наших специалистов, которые работают в этой области в нашей стране, всегда было очень-очень много. И поэтому для нас очень важно, что мы можем представлять возможности для творческих людей представить свои работы здесь, в городе Красноярске. На фестивале сибиряки смогли пообщаться с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым. Он заявил, что впечатлен выставкой работ участников, которые здесь могут поделиться опытом и обрести новые идеи. Удивительно, что архитектура именно регионов, я думаю, что я не ошибаюсь, тенденция возрождения архитектуры, наверное, подспудно в обществе созрело такое состояние, что все-таки архитектура должна быть в России. Во время фестиваля пройдут мастер-классы российских и зарубежных архитекторов, дискуссии и интерактивы, в том числе и с маленькими горожанами. Эти дети взялись за кисти и расписали обычные лопаты, из которых взрослые начали собирать арт-объект – шишку желаний. Всего планируют разрисовать 390 лопат, поскольку Красноярск в 2018 году отметит 390-летний юбилей. Нам пришло в голову, что если вот один ребенок сделал лопату, это одна история, а если 390 детей сделали вот такую шишку, то гораздо больше желаний, гораздо больше возможностей того, что все эти желания сбудутся. Лучшее архитектурное произведение, лучший дипломный проект региональной архитектурной школы и лучшее детское архитектурно-художественное творчество определят уже через пару дней. Победителей объявят в среду, 28 июня. Фаля Шарыпова, Александр Ермошенко, новости.